Уже возьми трубочку, красавица. Джинсы, джинсы тебя ждут от параллели 52. Халява. Что ж ты занята полдня? Да ё-моё. Увы, мы не можем дозвониться до нашей финалистки, которая выиграла в конкурсе второго тура джинсы, бесплатные джинсы от ночного клуба «Параллель 52». Но нам придется определить другого финалиста. И, кстати, забыл поздороваться. Всем привет, я диджей Велик. Сегодня я приехал специально к вам на три ночи. И мы будем отдыхать в пятницу, в субботу, в воскресенье. Ну что же, дорогие друзья, вот так сгорает Анино счастье. Просто жалко. Но ничего просто поделать не могу, реально. Блин, она не горит. Она не хочет просто сгорать, ребята, вы понимаете? Вот так вот она прощается со своими джинсами. Конечно, обидно, очень сильно обидно, но мы просто ничего не можем поделать. Ну а сейчас мы направимся в ночной клуб «Параллель 52» для того, чтобы выйти в интернет и определить второго финалиста, для того узнать, кому же мы все-таки подарим эти джинсы. Отправимся прямо сейчас. Ну вот мы и добрались до ночного клуба «Параллель 52», самый лучший ночной клуб в городе Кобрине. Нам не с кем воевать, мы просто красиво отдыхать. Поехали со мной. Ну вот на ваших глазах вы прекрасно видели, как сгорела. Отличная возможность Ани выиграть джинсы от клуба «Параллель 52». Но мы определили вторую финалистку, и сейчас мы поедем за Настей, чтобы выбрать ей классные новые джинсы в подарок от нашего клуба «Параллель 52». Поехали! Ну что ж, Настя, вот мы едем прямиком к тебе, и потом мы едем дарить тебе классные-классные супер джинсы от клуба «Параллель 52», и скоро они будут в твоих руках, а точнее на твоих красивых ногах. Вперед, мы едем за тобой! Ну что ж, вот мы наконец-то добрались до Насти, поднимаемся. Я готовлю сам. Где же ты, Настя? Привет, Настя. Привет. Вот мы приехали с тобой. Отправимся сейчас покупать себе самые новые джинсы для клуба «Параллель 52». Ты рада? Да. Ты ожидала такого клуба сегодня? Ну как? Не ожидала. А вообще хотел бы выиграть? Да. Когда надо быстро закрывать, тогда ты с нами. У меня же ручки трясутся. Ты как? Пошли, пошли. Нормально. Ну что ж, Настя, ты ожидала сегодняшнего нашего звонка, визита. Мы искали тебя реально просто по всем друзьям. Кстати, своим друзьям можно сказать огромное спасибо, потому что мы нашли в твоем контакте в списке самых лучших друзей. И из пяти, представляешь, ответило три, и двое просто написали, блин, реально не знаю. Вот видишь, какие у тебя хорошие друзья. Вот и к тебе вот вопрос, ну ожидала вообще вот такого звонка от нас просто? Я не ожидала и как-то уже давно забыла о конкурсе вообще. То есть ты уже потеряла надежду, думала, ай, будь что будет. Да, я особо не расстроилась, что я там проиграла, хотя я хотелось выиграть. Желание, вот. Мотивация какая-то все-таки была? Была, да. Вот, потому что мы потом отбирали фотографии, так как мы не дозвонились до участницы, и она просто свою возможность просто спалила. Вот, ну, значит, видишь, все-таки эти джинсы ждали тебя. Значит, судьба у тебя была такая, просто взять их и выиграть. Вот как думаешь, голосовали за тебя чисто твои друзья? Ты рассылала там, спамила там друзьям, проголосуйте, пожалуйста. Или просто наобум закинула и будь что будет. Ну я увидела еще, когда Вероника Степкова первый тур выиграла и решила тоже попробовать. Вот. Фотографии там тоже за месяц, наверное, до конкурса были сделаны. Моим другом Слава Журавлевич. Вот. Очень, ну, хороший фотограф. Слава Журавлевич, да. Тебе привет и огромное спасибо и от Насти. Спасибо ему, потому что он сделал фотографии. И я решила
ну, как бы залить фотографии, не думала, что что-то получится. Вот. Друзей не просила, я просто, ну, как бы нажимала рассказать друзьям о конкурсе. Вот. Они заходили, смотрели и писали мне, как им нравится. Вот. Поэтому я как-то, ну, мне даже не было времени всем писать, проголосуйте, не видела в этом смысла. А как мы были рады, когда нашли твой номер телефона, мы прям все, пау. Просто эта ситуация не должна была быть безнаказана. Вот так вот. Ну что ж, будем выбирать тебе самое лучшее. Смотри, примеряй. Сегодня твой день, шоппинг-тур вместе с Настей и диджеем Великом. Йоху, мы едем в магазин. Ну вот мы приехали с Настей, чтобы выбрать ей новую джинсы в торговый центр, и буквально считанные метры нас разделяют за эти две ножки. Погнали, короче, за мной. Здравствуйте. Ну что, давай поменяйте, смотрите, что тебе понравится. Я, конечно, не знаток женской одежды, но все же. Ну что, я по сути смотрю, наверное, выбор все-таки есть, чтобы ты посмотрела, да? Значит, давай мерить. Давай. Давай. Проходи. Ты выбрала себе джинсы? Ну, повернись. Ну, вот это хорошо, все отлично. В принципе, классно. Спасибо. Супер. Спасибо. Ну, вот эти джинсы, Настя, тебя будут ждать в клубе «Параллель» завтра. На ночной дискотеке придешь, я тебе лично их вручу, а пока они остаются у меня, и я тебе немножечко эту ночь подразделю. Они будут у меня, но в надежных руках. Ну что, пошли дальше. Привет, Параллель. Привет, еще раз, да, за сегодня, да, опять, кстати. Я в Параллели не была ни разу. Мне интересно, какие у вас здесь вечеринки проходят, что нового, интересного, вообще, каково здесь? Ну, как для меня, на протяжении последних двух месяцев я здесь находился, на самом деле, мне здесь очень понравилось. Здесь очень гостеприимно встречают, здесь уютная атмосфера. Хорошо отмечается хорошая работа барменов, официантов. Также отлично работает охрана, очень удобно и комфортно работать в плане того, что создается такая действительно семейная обстановка, где не каждый сам за себя, а реально это огромный коллектив, огромная семья, как бы. И, соответственно, что касается вечеринок, отличный промоушен. В принципе, народ хорошо понимает клубную структуру, клубную музыку. Не было особо таких, как бы, я бы даже сказал, жалоб. То бишь прогрессив, R&B вообще особенно заходит, особенно девушки, парни, очень часто отмечаются, собственно говоря, ты все прочувствуешь на собственном теле, как говорится, на собственной шкуре, я думаю, тебе очень сильно понравится у нас. Конкурсная программа также очень сильно разнообразная, то есть приятные подарки, приятные призы. Сама в этом ты, кстати, сегодня и убедилась, да? Вот, поэтому я думаю, уже расположение есть, да? Какое-то доверие мы в тебе заслужили, как будущего потенциального клиента Параллели 52. Вот начинается, собственно, для приготовления, как я вам говорил, с вами Джилей, сегодня питаем. Начнем в клубе Параллель 52, и только самое лучшее, самое качественное. Самое главное на ночной дискотеке и в клубе, чтобы это было гораздо удобнее и комфортнее. А в ночном клубе Параллель 52 обширное пространство, удобное место для работы для диджея, хорошая сцена и замечательный танцпол, на котором просто можно выбрать какими-то мягкими стройками с игрушками. Ну а сейчас
сейчас мы немножко, не то чтобы мастер-класс, а просто немножко поугараем, повеселимся вместе с Настей. Она попробует понять, что же это все-таки такое, и насколько это сложно и легко. Ну, пульт DJ — это, мне кажется, сложное устройство, да? Я ничего не понимаю, можешь ли? В принципе, это джоки, в принципе, для прокрутки треков, подкрутки, чтобы подгонять где-то скорость, если не успеваешь, чтобы ритм попадал на ритм во время дискотеки. Соответственно, чтобы ты не стоял на танцполе, когда просто закончился трек, пауза, как говорится, мистер диджей Винам, и пошла следующая песня. Соответственно, все в дискотеках у нас беспрерывно. Мы не заставляем народ стоять на месте, он всегда должен двигаться. Либо красивые ямы, красивые переходы, где можно погрузиться, закрыть глаза, либо просто поднять руки вверх и закричать о счастье. Соответственно, работа частотами происходит, сведение треков, и сейчас мы сведем с тобой вместе одну песенку. В принципе, это приблизительно происходит вот приблизительно вот на таком уровне. Можешь, в принципе, сама попробовать покрутить, просто не бойся, вот тут будет звук, ты поймешь, что все-таки что-то есть. Чувствуешь? Да. Все, взяла, запорола дискотеку, все ушли, короче. Нормально бывает. Вот, соответственно, есть даже кнопочки старта, допустим, play. Есть также можно использовать эффекты. Видишь, пошел такой разогрев немножко, сейчас будет. Это так, типа, можно заканчивать треки, когда где-то там на медляк тебе резко скоточить, либо в туалет захотелось. Пошел, поставил медляк и побежал. Вот, это тоже частотки, короче, собственно говоря. Можешь, в принципе, что-то поклацать. Я думаю, ты ничего не сломаешь. Сама немножко поймешь. А в дальнейшем, может, захочешь и будешь учиться у нас, и станешь великим диджеем, и будешь играть в ночных клубах. А чем черт не шутит, как говорится? При помощи этой штучки, видишь, трек становится то быстрее, то медленнее. А здесь уже у тебя, видишь, был другой трек запущен, и пошла каша. Вот для этого существуют эти джоги, чтобы во время дискотеки подводить музыку, чтобы треки совпадали. Ой, у нас такая каша с тобой, потому что мы пич не убрали, правильно? Диджеи называются, как говорится, девушка на корабле к несчастью, да? Не, ну ты не к несчастью, конечно, ты наше счастье сегодня, ты наша победительница, которая получила замечательный приз от клуба «Параллель 52». Ты рада? Да, я очень рада. Давай сделаем вместе. У-ху! Давай еще раз. У-ху!